На Ставрополье на 10% вырастут зарплаты бюджетников. Проект закона об увеличении регионального бюджета рассмотрели на совещании в краевом правительстве. Расходы должны вырасти больше, чем на 12 миллиардов рублей. Больше двух уйдут в зарплатный фонд. И принятые изменения в бухгалтерских квитанциях региональные бюджетники заметят уже с 1 июля. Минимальный размер оплаты труда на Ставрополье тоже вырастет до 15 279 рублей. Увеличение зарплат нашим бюджетникам, муниципальным служащим. Мы планируем на 10% поднять зарплату всем, кроме работников правительства Ставропольского края. Я думаю, что мы потерпим, а вот людям надо помочь, поэтому... 29 июня состоится очередная прямая линия с Владимиром Владимировым. Губернатор ответит на вопросы ставропольцев. Вы можете задать свой по телефону доверия главы региона 8-8652-74-81-88 или записать видеообращение и отправить на номер мессенджеров 8-928-350-80-70. Итак, 29 июня включайте свое ТВ или ОТР. Начало 18:00. Не пропустите. В Новопавловске завершилось благоустройство правого берега Куры. Там обустроили новые пешеходные зоны, оборудовали детские площадки, установили скамейки, урны и фонари, сообщили в управлении по информполитике правительства региона. Работы выполнили в рамках региональной программы развития жилищно-коммунального хозяйства, защиты населения и территории АЧС. В Андроповском округе отремонтировали 2-километровый участок региональной трассы Янкуль-Новобешпагир-Грачевка. Специалисты уже уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия и укрепили обочины. Осталось только нанести разметку, и после этого объект ведут в эксплуатацию, сообщили в региональном Миндоре. Работы проходили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В хуторе Всадники реконструируют фельдшерско-акушерский пункт. Здание давно нуждалось в обновлении, сообщили в региональном Минздраве. В этом году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения ремонт проведут. В медучреждении заменят коммуникации, кровлю, облицовочное покрытие, окна и двери. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце лета.